Всем привет, меня зовут Иван Соловьев, я катаюсь за магазин Kickmeet, и сегодня я расскажу про свой самокат. Как вы знаете, у меня недавно украли самокат, но я не расстраиваюсь, потому что мой спонсор собрал мне полностью новый, и спасибо ему за эту большую поддержку. Руль у меня Proto Retro V3. По моему мнению, это самая крутая тэшка, которая существует. Он очень прочный и довольно тяжелый. Изначально он очень высокий, поэтому я его довольно сильно пильнул, и теперь он идеально подходит под меня. Грипсы у меня тилт-топы. По поводу грипсов я сильно не заморачиваюсь. Главное, чтобы они были не короткие и довольно мягкие. Дальше я расскажу про СКС. СКС у меня тилт Classic LT. Для меня СКС и тилт самые лучшие СКС, и я катаюсь на них всю жизнь. Один раз я ставил себе СКС Прото Зака Мартина, и мне не понравились пятые болты, они слабовато держат. Дальше у меня вилка Urbanar. До нее я катался только на вилках Tilt и не ждал от нее ничего сверхъестественного. Думал, она довольно быстро сломается, но она превзошла все мои ожидания и оказалась очень крепкой и хорошей вилкой. Колеса у меня Proto, про модель Джейка Соренсера. Я вообще, в принципе, не катаюсь почти никаких колесах, кроме Proto, потому что это самые лучшие колеса. Все остальные у меня укатывались за месяц-два, а эти живут по полгода. Дальше я расскажу про сердце своего самоката. Это доска TSI Box Cutter. Широкая, 5,5 дюйма в ширину, 22,2 в длину. Доска весит 2 килограмма, но меня это вообще не смущает. У меня вообще, в принципе, самокат довольно тяжелый, он весит 5 килограмм, но это никак не мешает мне кататься. До нее у меня было очень много досок TSI, порядка 6 штук, и они у меня все сломались. И я думал, что это тоже сломается довольно быстро, как и все остальные. Но она живет уже 4 месяца, и это очень много. Собственно, это все, что я хотел сказать про свой самокат. С вами был Иван Соловьев. Подписывайтесь на наш канал, на инстаграм Kickmeet, на мой инстаграм. Ссылки будут в описании. Всем спасибо, всем пока.